Ну, вот слоеную лепешку делает Петир, ребята. Вот она огромная. Вот я сегодня купил хлеб, короче, очень легенький, на один зуб, 8 лир, экмек. Я посмотрел, от него не наедаешься, честно говоря. И думаю, домашняя выпечка намного лучше. Смотрит, я его потом, перед тем, как уже готов, обмазываю сливочным маслом еще. Она слоеная. И получается очень дешево. 2 килограмма муки, 31 лира. Из 2 килограммов муки выходит 6 таких лепешек. 6. Они тяжелее, и вот эта одна вот такая, да, лепешка, меняет 3 вот таких экмек, которые легенькие, которые вообще во рту сразу в один закус. Вот. Вот представьте себе, сколько экономии. И вообще, своими руками очень полезно даже и вкусно. Смотрите, какая она красава. Слоеная. Вот сейчас в духовке постоит еще и снимай, нарезай, и все.